Глава округа Сергей Петров встретился с юной ангарчанкой, автором рисунка, который презентовали мэру на встрече с журналистами. Восьмиклассница Ксения Третьякова изобразила на нем одно из любимейших мест Ангарска – набережную. Девушка поделилась мнением о новогоднем убранстве города, рассказала об увлечениях и планах на праздники. Мне очень нравится наш мэр Ангарска, и мне очень нравится набережная Ангарска, и я решила нарисовать набережную как знак благодарности. Мне нравится сейчас новогодняя декорация и как украшали, ну, рядом с фестивалем. Также мне нравятся дворы новые, они тоже классные. Глава округа, в свою очередь, рассказал школьнице о планах по дальнейшему развитию набережной, в частности, о том, что сейчас разрабатывают проект по соединению двух существующих участков в единое пространство для отдыха.